Привет-привет, ребята! У нас давно не проводились розыгрыши. Сегодня разыграем игрушечку такую. Называется Mystery Mine. Как вы видите, здесь написано приключенческая игра, инди-ролевая. На меня вышли, мне прислали письмо, в общем, да, просьбой упомянуть эту игру. И говорят, если будет какой-то розыгрыш, то, пожалуйста, дайте какую-нибудь ссылку на нас. Ссылка будет на игру в Стиме, ссылка будет в описании под этим видео. Вот, а чтобы эту игрушку получить, здесь вроде как нелинейный сюжет, переписанный там много раз сценарий, чтобы было интересно, битвы с боссами. И такое интригующее было описание, где-то я видел, по-моему, на сайте у них, что будет, если скрестить человека с древним злом, что ли, что-то в этом духе, в общем. Туземцы, вернее. Вот. И этот туземец, я так понимаю, сейчас как раз и будет шарахаться по всяким подземельям и там что-то делать, добывать, выживать и так далее. В общем, кому интересно вот такого вида бродилки-рогалики, welcome в розыгрыш. Что необходимо сделать? Необходимо будет перейти в группу ВК и сделать репост этой новости. Дождаться, сегодня у нас какой день недели-то? Четверг. Давайте до понедельника, до следующего. И в понедельник мы эту игрушку разыграем. Она достанется одному из участвующих, из тех, кто будет участвовать в розыгрыше. Ну, у меня одна копия осталась. Одну я активировал, проверил ключ, да? А вторая копия, второй ключ у меня остался, и вот он и будет разыгран. Так что делайте репост новости в ВК и ждите понедельника. В понедельник эту игрушку от отечественных разработчиков мы разыграем. Стоимость ее в Steam вот 235 рублей. Ну, а кому не повезет, заходите в Steam, да покупайте. Все, на этом все, ребята. Всем пока.